очень часто говорим о так называемом инклюзивном образовании, инклюзивном мироощущении, да? И вот эта мнемосхема – одно из таких свидетельств и доказательств. Инклюзия, которая входит в жизнь, вошла в жизнь нашего города. Инклюзивная карта, которая сегодня создана в этом парке, это, наверное, дань уважения тем людям, которые сегодня борются с этой болезнью. И очень важно, что мы с вами живем в этом городе, видим эту красоту парков, дворцов, исторических зданий. И для них тоже появляется возможность хотя бы на ощупь узнать и понять, как расположены эти здания в центре нашего города, что они из себя представляют.